Всем привет! Иду по пляжу Майами. Вид потрясающий, я не перестаю восхищаться. Пляжи пустынные, потому что очень жарко. Океан теплый, вообще очень теплый. Сказали, что где-то на берегу пляжа есть тренажерный зал. Вот хожу его ищу. Так как в отеле опять только беговые дорожки и рядом отель. Немножко подзаболела, видать, от кондеров. Кондеры, потому что работают везде очень сильно. Не выключаются вообще. Поэтому хожу на солнце, загораю. Получаю солнечные ванны, лечусь, наслаждаюсь красотой, отдыхом. В общем, полный релакс. Всем пока. Еще очень интересный один факт у них. У них нормально дарить две розы. То есть дарить четное количество цветов — это нормально. Продаются они по две и дюжину. Дюжина — это 12 штук. То есть в букете 12 роз. Наши бы девушки этого не поняли. А тут это нормально. Все девушки ходят с двумя розочками. Или с дюжиной 12. То есть тут дарят четное количество. И нет никаких предрассудков насчет четного и нечетного количества цветов. В общем, нормальная история. Иду уже 30 минут, ничего пока найти не могу. Но я не удивляюсь, это обычная ситуация со мной. Вот. Зато иду, наслаждаюсь океаном, интересными людьми. Где-то музыка играет, где-то волейбол играют. А качков все не видно и не видно. Ну давай уже начинай. Американский ниндзя. Готовимся к русскому ниндзя.